Более 3000 активистов и представителей некоммерческих организаций собрались в Москве. На форуме сообщества под эгидой Общественной палаты обсуждают, чего удалось добиться волонтерским организациям, как помочь НКО действовать еще эффективнее и на что направить силы в первую очередь. Среди основных тем – защита окружающей среды и вовлечение молодежи в общественную жизнь страны. Говорят и о развитии диалога с бизнесом, властью. Объявлено о создании специального центра, задача которого – помочь некоммерческим организациям в преодолении бюрократических барьеров. Есть целый ряд актуальных задач сегодня. Это усиление социально ориентированных НКО. И тут наблюдается некоторое сопротивление бюрократии, потому что во многих регионах бюрократия не хочет уходить от старых схем. Понятно, есть бюджеты, есть налаженные методы работы. Мы должны поддерживать социально ориентированные НКО. И вместе с агентством стратегических инициатив создается центр компетенций по социально ориентированным НКО. Это очень важное для нас решение президента, потому что есть поручение президента на эту тему.